Всем привет, мы в Boardshop Squad. Меня зовут Алексей, и я катаюсь на сноуборде. Мы подумали, какое видео можем сделать для вас, и решили снять про доски старых сезонов, которые в наличии в нашем магазине, но можно урвать их со скидкой 20% и 30%. Много моих друзей спрашивают у меня, где взять доску, какие доски клевые, хочу подешевле. Сноубординг очень дорого. Мы решили снять это видео для вас. Давайте посмотрим, что получится. Итак, топ-5 досок, представленных в нашем магазине со скидками. По моему личному мнению, лучшее соотношение цена-качество. Диванные критики, оставайтесь на диван. Первая доска, которую мы сегодня с вами рассмотрим, это бренд Capita, модель HorrorScope. Прошлогодняя, на нее у нас сейчас действует предложение скидка 30% от full прайса. Про эту доску можно много чего сказать. В каком-то смысле она легендарная среди парковых катальщиков. Парк, джиббинг, все, что хотите. Если вы скейтер, который хочет кататься на сноуборде, но, например, ни разу этого не делал или делал, но на какой-нибудь фиговой прокатной доске, этот вариант для вас. На этой доске вы почувствуете максимальный скейт-стиль. Вы можете плавать, можете облизывать перилы, боксы, черные трубки, что хотите. Доска начального уровня. Вы можете прыгать на черные трубки сразу, как сделал я когда-то, не умея ездить. Вот. Ну, вы поймете, когда начнете кататься на этой доске. Она прекрасно прощает ошибки, прекрасно учит вас кататься. Что можно сказать из плюсов? Здесь комбинированный прогиб, как и практически во всех сноубордах современных, но он достаточно простой. Между закладными мы имеем flat, то есть zero camber. От закладных доска начинает загибаться. В Capita этот прогиб называется reverse camber. Значит, от закладных мы имеем небольшой загиб доски, не чересчур. И дальше доска резко уходит наверх. В чем плюс? Плюс в том, что на этой доске очень легко делать всякие баттеры, будь то склон, будь то слайдбокс, перила, черная труба, что хотите. Если вы хотите научиться, допустим, flat freestyle, эта доска для вас. Что касательно жесткости, доска мягче среднего, прекрасно подойдет для обучения, как я уже сказал. Скользяк у нее достаточно неприхотливый. Вы сможете запрофинить ее один раз на сезон и больше не париться. Также чинить его будет достаточно дешево, в случае чего. А вы в любом случае его покоцаете, если будете кататься по перилам. В нашем магазине на данный момент этот сноуборд представлен в ростовке 153. Если вы хотите прыгать с больших трамплинов, эта доска, скорее всего, не для вас. За счет прогиба, за счет своей жесткости, она не очень хорошо держит на больших скоростях. Но для вас мы рассмотрим доски далее. Следующая доска в нашем списке – это Burton Kilroy Twin. Как по мне, это лучший дизайн, ну, один из лучших, который есть у Burton. Эта доска довольно бюджетная получается, на нее также действует скидка 30% в нашем магазине, но в ней есть все плюшечки от Burton, которые вам необходимы. Часто спрашивают про технологию The Channel, все ее боятся, говорят, что крепления не встанут и так далее. Крепления встанут. Практически все крепления от известных производителей уже подстроились
так как Burton – это одни из самых популярных сноубордов, тут с этим не поспоришь. Практически все крепления делают специальные диски, которые встают на технологию The Channel, плюс кладут специальные болтики, они короче, чем обычно, если кто не знает. В чем же плюс The Channel? Так как нам не нужно делать закладные, соответственно, в доске, в этих местах можно играть с сердечником. А также доска гораздо тоньше по сравнению с классическими закладными в этих местах. Опять же, только плюсы у этой технологии. Боятся, что вырвут. Не видел такого ни разу. Burton дает 3 года гарантии в целом и на The Channel, и на все свои доски. Но чтобы случилось что-то конкретно с каналом, я никогда не видел. Если у вас такое было, или вы видели, или знаете такую историю, напишите об этом нам в комментариях, нам будет интересно почитать. В отличие от предыдущей доски, уровень райдера, у которого Burton Kilroy Twin, выше, чем новичок. То есть, если вы только начинаете кататься или делаете первые шаги в парке, на перилах, с трамплинах, неважно, лучше взять дощечку попроще. В этой доске классический кембер, она средней жесткости. Ошибки она особо не прощает, то есть вам будет достаточно сложно научиться на ней кататься. Но если вы хотите прогресса, эта доска обязательно вам подойдет. Она имеет дикий щелчок. Лично в прошлом году ее тестировал, она очень крутая. Эту доску можно назвать универсальной. Она подходит как для джибинга, так и для прыжков с трамплинов, так и для пайпа. И в целом она будет хорошо работать даже в пухляке в 10 метрах от трассы, как мы любим. На данный момент каких бы сложных прогибов не существовало у разных брендов, профессиональные парковые катальщики чаще всего выбирают классический кембер, который представлен в этой доске. В нашем магазине на данный момент эта доска представлена в ростовке 152 и 155, что подходит для большинства, в принципе, катающихся людей. Вы сможете подобрать доску прямо под себя, мы вам в этом поможем. Следующая доска в нашем списке – это GNU модель Money. Бренд GNU позиционирует ее как универсальную доску с уклоном для катания в парке. Она имеет довольно сложный для понимания прогиб. Это C2E, где C2 означает, что у нее два кембера и рокер посередине, а E означает слово easy. То есть он работает лучше, чем простой C2, за счет того, что более выраженный. Из плюсов данного прогиба могу заметить, что она гораздо лучше всплывает в небольшом пухлячке. На ней гораздо проще выдавливать какие-то прессы. Но из минусов могу заметить, что на ровных бордслайдах она держит нас на периле гораздо хуже. Это что касательно парка. По жесткости доска средняя, это пятерочка. Из интересных технологий в ней присутствует магнитрекшн, что обязательно поможет новичкам. Магнитрекшн – это волнообразный кант. Эта доска имеет вместо двух контактных точек целых 7 за счет своей волны. Она не будет срывать дугу на льду, что, кстати, очень актуально у нас в Москве, потому что, как показывают последние зимы, снега мало, льда много. Это грустно. Надеемся, этой зимой будет по-другому, но все же. Что касаемо примочек именно паркового катания. В этой доске конты идут не по всему периметру доски, а доходят вот до сюда. То есть нос и тейл у нас без контов. На первый взгляд может показаться, что это минус. На самом деле это большой плюс. Если ваша доска влетает в перилу или в гранд-бокс, или просто в камень, вам не нужен ремонт, так как здесь нет конта, ничего не сломает сердечник, он просто вомнется, как на скейте, и вы сможете самостоятельно
немножечко подлечить его напильником и продолжать кататься. Именно поэтому я считаю, что эта доска в парке, касательно джибинга, очень удачный вариант. Она недорогая, на нее также действует скидка в нашем магазине. Конкретно у меня в руках ростовочка 152. По наличию других ростовок в наших магазинах вы можете уточнить на нашем сайте. Следующая наша доска, нашумевшая в свои годы, это Liptech Skate Banana. Олды вспомнят и прослезятся. Вспомнят, какой фурор произвел этот сноуборд лет этак, сколько, 13 назад. В общем, это было довольно-таки давно. Но это первый обратный прогиб, качественно реализованный в сноубординге. Я напомню, что до этого обратный прогиб удачный был только в лыжах. Неважно, какого бренда. Доска на самом деле легендарная, очень красивая. Конкретно это у меня в руках сезона 18-19. И это означает только одно, что ее можно взять с хорошей скидкой и ценой. На нее у нас действует предложение 30% от ее изначальной стоимости. А напомню, изначальная стоимость двухлетней давности. То есть для такой легендарной доски сейчас можно ее урвать реально дешево. Здесь, как в предыдущей доске, мы имеем технологию Magnetraction. У этого сноуборда прогиб, который называется BTX. Что же он означает? Означает рокер посередине и mild кемберы под закладными. Они нужны нам для резкого щелчка и для стабильности на большой скорости. А за счет рокера по центру этой доски она великолепно всплывает в глубоком снегу и помогает при изучении новых трюков или при изучении сноубординга в целом, если вы только начинаете. Сноуборд максимально универсальный. Если смотрят нас старые сноубордисты, они обязательно вспомнят такие видосы, как Sing Sang, это такая тусовка сноубордистов. Грубо говоря, они первые, кто оценил такой прогиб именно на этой доске. Они первые, кто привнесли в сноубординг максимум креатива. Они начали кататься на детских площадках, по пенькам, по каким-то ручьям непонятным, по камням. Это очень круто, это на тот момент смотрелось очень необычно. Всем очень понравилось, и после этого эта доска обрела невероятную популярность и остается популярной до сих пор. Из наших досок, которые мы сегодня рассматриваем, это самая универсальная доска. Она вывозит и паудер, она прекрасно ведет себя в парке, вы можете и прыгать с трамплина на ней, все, что хотите. Также она великолепно подходит новичкам. Если вы только начинаете и не знаете, в каком направлении будете двигаться на сноуборде, эта доска вам обязательно подойдет. Присмотритесь к ней. И завершает наш сегодняшний обзор номер один лично для меня из того, что есть у нас в магазине. Это Капита Pro модель Скотти Стивенса. Скотт Стивенс небезызвестный сноубордист и скейтбордист, кстати. Его стиль можно назвать уникальным. Таких, как он, если и есть, то единицы по всему миру. Он очень креативный, что на скейте, что на сноуборде, делает просто невообразимые трюки. Если вы не видели, обязательно посмотрите. На мой взгляд, эта доска лучшая на данный момент из того, что у нас есть, по цене, качеству, именно для парка. Из всех наших досок я выбрал бы именно эту доску, потому что мне не только нравится сам райдер, но и доска по своей конструкции. Мне нравится ее прогиб. Мы имеем здесь флэт между закладными, небольшой рокер от закладных. И в целом доска довольно плоская. Она ровная, она очень сбалансированная.
обладает прекрасным щелчком, но при этом очень гибкая. В нашем магазине она представлена в ростовке 155. Спешите урвать, а то я куплю ее себе. На эту доску также в нашем магазине действует скидка 30%. Можно ее взять по очень сладкой цене. Кстати, если что, мы найдем вам и крепление, и ботинки под нее. Все есть. Их просто нет в видео. Но видео мы снимем в этом отдельное. Бренд Капита ведет работу над этой доской уже не первый год. В разработке этой доски участвует сам Скотт Стивенс. Из года в год он делает свою доску все лучше и лучше. Учитывая тренды, учитывая стиль катания в сноубординге, так как он постоянно меняется. На мой взгляд, из всех вышеперечисленных досок это самая технологичная в плане паркового катания. Она супер сбалансированная. Вы на ней сможете как фаново кататься по всему курорту, прыгать со всяких кочек, сайд-хитов, также и прыгать дезики на перилу, будучи уверены в том, что она под вами не сложится. Если вы уже профессионал, или как вы думаете, что профессионал, эта доска для вас, вы должны ее заценить. Я катался на этой доске, у меня получалось все. Она идеальна. Она подо мной, я смотрю вниз, мне нравится, как она выглядит. Мне нравится, как она себя ведет. Это одна из лучших досок, на которой я катался. На этой ноте буду заканчивать наш обзор. Это был топ-5 досок для парка, представленных в нашем магазине в соответствии цена-качество. Приезжайте в сквот на Полежаевской. Берите доски, пока они не закончились.